Социальные сети. Вред или польза? 10 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. Как к этому относятся люберчане, мы узнали в рамках нашей рубрики «Свободный микрофон». Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. Мы узнали, а что думают по этому поводу люберчане. Что зарегистрироваться, сами знаете, может любой посредством интернета, да? Ну а зачем несовершеннолетнему лазить куда-то там, непонятные сайты и так далее. Известная шумиха, да, везде вот эти игры там бегают перед машинами, там, я не знаю, и все такое, что связано вот с аналогами. Я считаю, это совершенно правильно, потому что сейчас полное безумие, что творится. Считаю, это нужно сделать. Лично я за, потому что сейчас подростки слишком рано взрослеют. То есть они начинают употреблять алкоголь, курить, наркотики, вести беспорядочную половую жизнь. Плюс эти игры типа «Синий кит», это только разрушает их психику. Наверное, так и нужно сделать правильно. Потому что сейчас всякие вот эти опасные как-то какие-то сайты появились, которые дети кончают самоубийством вот эти. Так как родители не могут, может быть, и так можно решить проблему. Надо, чтобы родители контролировали то, что дети смотрят, а ограничивать общение нельзя. Я думаю, что это бред. Подросткам нельзя это запрещать. Потому что они из этого черпают все об окружающем мире. Во-первых, им не запретить, я так думаю. И, не знаю, может быть, как-то можно следить за качеством социальных сетей. Я считаю, что нужно сделать какие-то ограничения или какую-то отдельную детскую сеть, социальную сеть. Это было бы разумно. И там, допустим, какие-то материалы недопустимые, до определенного возраста нельзя было просматривать и прослушивать. А совсем ограничить пользование социальными сетями, мне кажется, что это не получится сделать. Нельзя лишать даже ребенка права общаться. Я думаю, что не надо запрещать. Почему? Это же прикольность соцсети. Интересно. А что изменит, если вы имеете в виду сайты с самоубийствами и всем остальным? Но вы же понимаете, что это не остановит. Я могу, будучи подростком, я залезу в компьютеры папы и мамы, и могу все равно туда попасть. Желание – тысяча возможностей, нежелание – тысяча причин. Мнения люберчан разделились. Некоторые полагают, что социальные сети – это зло, и поддерживают законопроект Виталия Милонова. А другие полагают, что ответственность за поступки и поведение детей лежит только на их родителях. Кто из них окажется прав, покажет время. Кристина Манасарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.